Выпустившая Елену Алексееву, которая вот сейчас приехала из города Запорожья. 20 лет сейчас. Добрый вечер. Действительно добрый и счастливый, потому что увидела столько родных лиц. Хотя мы встречаемся, общаемся, но тем не менее. Но 20 лет. Поскольку я не живу в Москве и даже не в России, живу в Украине. На самом деле, вот то, что случилось тогда, я в 95-м году окончила мастерскую, и, в общем-то, это стало моей профессией основной, единственной, после того, как я вернулась из Москвы. Около 20 лет руковожу студией авторской песни, с начала университета, сейчас я уже начинаю от 6 лет детей брать, поскольку на Украине нужно с более младшего возраста детей к этому приучать нынче. 15-й сезон, художественный руководитель театра поэтической песни в городе Запорожье из наших же выпускников нашей студии, член Национального союза театральных деятелей Украины, участвуем в различных фестивалях театральных, вот с материалом авторской песни спектакли, я спектакли перечислять не буду, их было много, концертные программы. Вот недавно мы организовали, опять-таки, потому что это необходимо, просто необходимо на Украине. Мы организовали всеукраинский детско-юношеский фестиваль-мастерскую авторской песни «Солнечный зайчик» с Министерством образования Украины. Они нас поддержали. И мои однокурсники, и их ученики приезжают и преподают там детям Украины. В этом году у нас будет 5-й фестиваль. Я приглашаю Юрия Львовича торжественно при всех, если все будем живы и здоровы, поскольку 5-й фестиваль – это юбилей, надо показывать достижения. Ну что еще? Ну, езжу, выступаю, мастерю, насколько, так сказать, позволяет мои скромные знания. Ну, вот примерно так. И Юрий Львович мне сказал, что нужен какой-то фрагмент. Но получился не фрагмент, потому что мой фрагмент, это сложно показать из спектакля, там не только я одна участвую, или как музыканты заняты. Поэтому я специально к этому вечеру, ну, скажем не так, получилось, сложилась композиция по песне Ольги Чикиной и песням Александра Галича. Это то, что меня сейчас очень волнует, не только в нашем виде искусства, но и вообще в жизни. Вот об этом то, что я сейчас буду говорить и петь. Уходят друзья.
каюк одному, а другому стезя. Такой по столетию ветер гудит, что косит своих и чужих не щадит. Уходят, уходят. Я по весу, учиняю им поверку, но вскоре...
печальная пора. Гитара семиструнная ни пуха, ни пера. Ты с виду тонкорунная, на слух хорошо. Гитара семиструнная, прелестница моя. Ах, как ты пела с молоду, вся музыка и стать, что трудно было голову с тобой не потерять. Чебеляк, чебеляк, чебеляшечка, ах, как плыла голова. Когда ж ты стала каяться в преклонные года и стать не та красавица, и музыка не та? Все в шепоток пространствия про ночи у костра была б, мол, только санкция. Романтика небесных колеров, нехитрая грамматика небитых шкалеров. Чебеляк, чебеляк, чебеляшечка, стало скучно мне с тобой, моя душечка. И так, как дождь по луночке, который год подряд, все по одной по струночке, а шесть других молчат. И лишь затем без просыпа разыгрываешь страсть, что может так и живешь, бездумная, приятность пример. Гитара однострунная, полезный инструмент. Чебеляк, чебеляк, чебеляшечка, ох, не совестно ли тебе, про то забыть пора. Ну что ж, прощай, красавица, ни пуха, ни пера. И я засыпаю, и кажется мне, я все еще тот же моряк. Живу и не плачу, плыву над двором, плыву над рыбачьим костром. И думаю, мы никогда не умрем, да, думаю, мы никогда не умрем. Я... И когда потеря...
кормокрушенья оглушила, полоснула по сердцу. Не спешите сообщить в утешение, что немало есть потерь по соседству. Не дарите мне беду, словно сдачу, словно сдачу, словно гривенник стертый. Я ведь все равно по мертвым не плачу. Я ж не знаю, кто живой, а кто мертвый. Мы плыли, как облако, ели перо, как сон над рыбачьим костром.